Эрин. Уничтожим ее изнутри. Ну что, готовы? Ага. Пошли, Рек. Осторожно. Идет вертолет. Рекер, осторожно. Рек, мы
Мы нашли лифт. Должен признать, Ханна, ты знаешь, что к чему. Обычно сотрудники личной охраны на поле боя не ориентируются. Выбора у меня особо нет, ирландец. Да ладно. Дело явно не только в том, что тебя приперли к стенке. Ты что-то скрываешь. Точно говорю. Все еще темнишь, чего-то секретничаешь. От старых привычек трудно избавиться. Согласен. Я не всегда состояла в охране Дзиндзе. Я вызвалась добровольцем, и меня перевели. Откуда? Зря стараешься. У девушки должны быть секреты. Ты ведь тоже мне не станешь рассказывать все о могильщике. Это правда. Не сомневаюсь. Чан наш враг, и мы на одной стороне. Но после того, как все уляжется, а я верю, что мы победим, тогда я буду нужна Китаю. Понимаешь, я ведь не могу просто взять и забыть, кто я и откуда. Я тебя понимаю, брат. Что это было? Электричество отрубили. Блин, уходим, быстро. Пошли, пошли. Надо установить включалку. Есть? Ладно, мы тебя прикроем. Твою мать! Вон они! Ханна, живее! Рекер, сюда! Прикрой ее! Мочи! Есть! Коридор расчищен! Теперь нужно установить второй заряд! Рекер, твой выход! Мы прикроем! Заложи ее в самом конце коридора. Выход свободен. Они прорвали. Придется
заряд готов. Есть! Коридор расчищен. Теперь нужно установить второй заряд. Рэпер, твой выход. Мы прикроем. Выход свободен. Они прорвались. Теперь только вперед! Пошли!